О, вот она, вот. Ну что, самый сок. Ну-ка пробуй. Соуса нормально? Должно быть нормально. И последнее. Вот, и сверху еще зеленца дай. Вот это, вот это. Мясо. Вот картошечка у нас тут еще. Делается. Прикус. Так, ну что, всем здравствуйте. Сегодня у нас организовалась встреча. И сегодня буду мутить шаурмишку. Шаурмишку. Да, приехали друзья с вахты, в общем. Надо будет приготовить четкую шаурму. Сейчас пойдем посмотрим, как это все будет у нас происходить. Также приготовим в казанчике, может, еще картошечку просто. Ну, как бы свежую картошечку под соусик. Вкусный соусик. Погнали. Вот, все. Вот это и есть. Здрасте. Здрасте. Все, Иван растопил, тут все нормально, короче. Сейчас будем нормально делать вещухи конкретно. Да, Иван? Ты будешь с этим, ты с этим мангалом будешь бегать сюда. Так, все, тут Ивашка у нас уже накладывает мяско, короче. Все, один к одному, да, куску тут на это наложил. Четенькое мясо. Все путем, короче. Тут хватит и на шаурму, и на все хватит. И все хватит, на все хватит у нас. Да, Иван? Так что все путем, сейчас у нас это... Там у нас, в общем, Димон заведует, короче, мангалом. Так, огниво у нас топится. Так, это нарезано все у нас. Так, единственное, сейчас... Так, вон, картошка свежайшая. Это в казан. Так. Все путем происходит, все путем. Да, Димон? Без разговоров. Так что пойду сейчас замариную лук. Да, Иван? Лук надо мариновать по чуть-чуть. Ну, к мясу и в шаурму, да? Да. Так что... И с петрушкой. Петрушки нет. Петрушки нету. Что, неужели в огороде не найдем петрушки? Нет. Все, ладно. Помчались, все, вот и все. Путем раскладывай. Кому вообще так насколько это не кошка, блядь? Кому? Кому? Что, мяско такое? Кому, блядь? Подрасчитал что-то? Сейчас я. Его надо мешать очень-очень плотно. Так, все, вот сейчас жарим хозяйство и... Так, все, тут у нас, короче, готово. Лаваши готов. Сейчас будем вертеть. Сейчас это все уберем и будем вертеть. Подошел, давай, Иван, доставай все. Конечно, что, одна к одной, все, пожалуйста, вот, мясо. Давай, вот, все. Все, конечно. Все, ну хотя три сними. Все, резал. Три сними, а три на лаваш сними. Да? Да, да. Лаваш нарезай. Вот этот еще забирай. Давай поменьше. Ну давай. Вот это я сейчас изрежу на шаурму. Все. А вот это надо чисто на лавашок снять. Мол, лаваш ты бери. Вот это да. Так, вот я его тоже. Так, на стол поставил и все. Давай. Так я-то на него резать, что-то или мясо. Ты имеешь в виду, что тарелку будет она? Да. Да, на доску положим, все. О! Два пушки, да? Да, вот так вот сделаем. И чисто зелени подвали снизу-то. И сверху потом поддашь зеленца. Вот. Ну и все, и мясо сюда выкладывай, сверху дашь вот этого. Еще зелень.
так вот. Ты горел куда, блядь? Да у меня в руки все обзянки. А? Ну это так, чисто. Вот, вот, вот. И последнее. Вот, и сверху еще зеленца дай. Вот это я понимаю, вот это нормальный видок. О! Вот и все, вот, пожалуйста. Соус майонез и все, поехали хавать. Вот что, вот так вот делать, всегда делаю. Лучок-то, да-да-да. Лучок, вот лучок. Маринованный. Все, пожалуйста. На публику быстрее, блядь. Сука, съел. Все, пожалуйста. Вот, все, хавайте, пожалуйста. Все. Пожалуйста, приятного аппетита, братишки. Давайте, все. А мы погнали, короче. А мы погнали картофан жарить. Давай, Иван. Понеслась. Давай. Видишь? Видишь, он ничего? О, разогреваться. Картошка вкусная, сильная, свежая. Да? Так, ну что, короче, я погнал мясо крошить. И все в этом плане. И все в этом плане. Что, прожарилось ли мясо-то? Офигенное мясо. А сейчас уже еще будет лучше. Мелко-то не крыши, чтоб было как в этом кебабе. Так оно, видишь, и шашлыка-то нормально же вообще. У них, видишь, у них лаваш такой матерый. Да, матерый лаваш. Вот бы тарелки и в руку. Да, туда? Да. О. Сейчас мы превращаем эту хуйню и быстрее, пока умрешь, чтобы не поделили. Сбоку пусть подвалят еще дров. С краешку-то. Пусть горели. Димон, а ты брось пару полешек там с это. С краю. С краешку, пусть горят. И картошку помешай. Сочность мяса показать. Видишь? Сочнота прямо, кусочек к кусочку. Ты мешал картошку, Дима? Мешал, мешал. Ты смотри, там она такая золотистая, бот и все. И это бот, бастиот. Видишь, они маленькие. А ваши, ты видишь? Не захуя-то не плавай, не лжи их просто. Я тоже из пяти делал, половина рвется. Так. Нормально, чисто выглядит. Так, сейчас чисто мяско про это поддаем. Главное, знаешь, вот уже много навалилось. Все в меру вот это. Ваться будет. Так я сейчас маленько этого поддам и все. Вот, просто побольше этого. Так, и все чисто. Все.
соус ты будешь? Кого? Кого соус? Кетчуп. Зачем он? Да. А куда ты их выкладываешь? Тут положи пока где-нибудь с краю. Вон на доску ты надо положи. Ты сейчас две штуки сделай, и потом уже отправлю. В смысле, план на решетку? Да. Две штуки сделай, потом уже дальше будет как пойдет. А что с соусом-то сделай одну? Вместе с кетчупом? Да. Для самого дня. Почему это написано на второй-то у тебя? Ну, во-первых, интересно, почему у меня постоянно так что-то смешает. Все, не отходя от кассы, пожалуйста. А соусы за картошку там следит? А, еще там соусы готовили. А? А, ты говори сейчас. Димон, ты смотри, главное, за этим. За картошкой. Добавим Ивану здравый день. Может, будет фаще. О, все, не на больше. Хватит? Дай это бомбе. О. Все. Сейчас вот эти две. Понимаешь, да? Что, дальше будем вертеть? Подожди, сейчас иди попробуем. Давай, порвалось кусок. То, что это? Что, держать все еще? Нарезано, то, что это. Картошку посмотри. Че, боже, то в бане с потапками? С луком, да, ты хлопнул? Кольца шляпа. Во, ну-ка. Ты не дорезал еще ее. О, вот она, вот. Ну что, самый сок. Ну-ка, пробуй. Соуса нормально? Должно быть нормально. Я попал. Витян, захаваешь? Не будешь пробовать, да, шаурмушку? Вань, ну-ка, попробуй половину. Подожди. Да, Димон, сейчас вторую добавлю. Попробуй-ка она, попробуй. Как это должно быть нормально? Посоли нормально? Или надо подсаливать? Нормально? Лучше. Норма, да? Чистейшее мясо. Чистоганчик мяса. Вот картошечка у нас тут еще. Делается. Прикус. А как у меня все время шаурма? Да, хоть я его уродом поназываю. Так, ну в общем, все в таком плане, вся шаурма и делается, в общем, там, да, и все, больше не будут снимать, как это все происходит. Так что вот так вот у нас сегодня все происходит. Шаурма, шашлычок, картошечка под... Шаурма! Да-да, баструма, шашлык, шаурма. Иван, нормальный? Высшая шаурма. Шаурма высшая. Димон, скажите пару слов. Как, нормальная шаурма? Скажи мне, пожалуйста. Могу сказать, хорошая. Шаурма. Витян. Я вам скажу как. Я вам как скажу. Я любил, люблю и буду любить. Да. Это мой братишка самый уважаемый. Вот все. Все, вот так все и у нас и происходит. В общем, все. Больше тут съемок не будет у нас. Идет дождь. И все, короче. Я сам пошел хавать, и все в этом плане.